Если нет возможности провести ближайший отпуск по туристической путевке, то какие варианты отдыха могут быть еще, желательно не требующие выезда за пределы республики? Что посоветуют горожане? Капова пещера. Подальше от города. Хорошее место. Водопад Кукараук. В Уфе парки, скверы, фонтаны. Стерля, наверное. Ашкадар. Белый. Река Зелим. Туда Гафурлиевский район, Белорецкий район, Архангельский район. Ну и Бульзянский район, в те края можно. Ну, Конечно. Природа красивая. Аслыкуль. Красноусольская, наверное, территория Красноусольская. Ну, территория, наверное, Белорецкого района. Мне так кажется. Ну, Ош. Шахтау, Юрактау, пещера Салават-Юлаева. В Башкортостане несколько удивительных природных объектов и достопримечательностей, которые будет интересно увидеть. Например, башкирский Стоунхендж рядом с поселком Ахуново. Один из самых глубоких медно-рудных карьеров в мире – Сибайский карьер. А также стреляющий водопад Атыш и самая доступная луга – почти альпийские.